Австралийский полицейский демонстрирует следы акульих зубов на доске для серфинга. Хозяин доски жив, но находится в больнице. Акула напала на серфера на популярном среди туристов пляже Белонгил-Бич близ города Байрон-Бэй в штате Новый Южный Уэльс. Причем атака произошла совсем рядом с берегом, всего в 15 метрах. Он сел на доску, и вдруг снизу напала акула и сбила его с доски. Было много брызг, и он начал кричать. Потом мы вместе добрались до берега, и я не осознавал всю серьезность ситуации, пока не увидел, что из его бедра выдран большой кусок. Пострадавшему 41 год. Когда на место прибыли спасатели, он был без сознания. Было много крови. Мы с каким-то прохожим на пляже перевязали ему ногу веревками, чтобы хоть как-то замедлить потерю крови. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное. По данным полиции, это была тигровая акула. Так близко к берегу они подходят крайне редко. После нападения пляж закрыли на сутки.